Как, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня я с вами хочу поделиться уже очень и очень наболевшей для меня темой. Моя мама в последнее время упрекает меня постоянными вопросами. Эдичка, когда ты наконец-то найдешь мне невесту? Эдичка, когда у меня уже будут внуки? Эдичка, ну чё ты вечно один да один? Найди себе уже наконец-то девушку, которая будет тебя любить. Я говорю, мам, это не так просто, как ты думаешь. И тем более найти себе жену. Это же на всю жизнь! Ну, по крайней мере, я надеюсь, что я с ней не разведусь в ближайшие недели после свадьбы. И я даже не знаю, что же должна делать для меня жена, чтобы я был счастлив в браке. Возможно, мыть посуду каждый день? А может, стирать мои грязные труханы? Мыть пол. Застелять за мной кровать. Или готовить для меня самый вкусный ужин во всем мире. Я не знаю. Напиши в комментарии, что ты думаешь по этому поводу. А в этой серии я все же выясню. И я побуду на месте моей будущей жены и пойму, буду ли я для нее жопошником или нет. А тебя я хочу попросить поставить огроменный палец вверх прямо сейчас на этот ролик. И, ребятки, давайте мы наберем 30 тысяч лайков. И я обещаю то, что следующая часть этой игры, а там есть еще одна игра, самый лучший муж называется, обязательно выйдет. Ладно, все, хватит разговоров, давайте будем приступать к самому ролику. Ну что, я готов быть самой лучшей женщиной на этой планете. Приступим. Так, это муж мой, да? Муж мой. Где мой ужин, женщина? Сейчас все будет, сейчас мы возьмем с холодильника ужин, сейчас. Только, о, ужин, держи, пивасик, пивасик, будешь ужин? Будешь ужин, держи. А, я тебя еще даже поцеловать могу, смотрите, у него голод на 100%. Голод на 100%, он меня сейчас убьет. Я должна быть хорошей женой, хорошей женой. Так, стрелочка должна быть посередине, чтобы я приготовила ему самую... Все? Я даже не успел нажать, чтобы у тебя самая вкусная яичница получилась. Держи. Ом-ном-ном-ном-ном. Так, и что ты скажешь про мою чудесную яичницу? Как она тебе, муженек мой, с синим лицей? А я вообще какой? А я... розовая лица. Good, you're... Он сказал то, что я слишком ленивая. В смысле слишком? Я тебе сейчас приготовлю лучшую яичницу в твоей жизни. Ну, почти там вот стрелочка, где хорошо. Она, конечно, ну, не дотягивает до хорошо, ближе к плохо. Но все же, держи. Ом-ном-ном-ном. И что ты скажешь на сей раз, мой дорогой муженек? Слушайте, у него 92% голода. Собачье говно лучше, чем вот эта твоя еда. Слушай, муж, ладно, сейчас ты мне будешь просто ноги целовать, ты мне ноги будешь целовать. Стрелочка прям на лучше. Да, это лучше, лучшая яичница твоей жизни, никто тебе такую не готовил, никогда. Даже я в первый раз тебе такую приготовил. Не мама твоя, не бабушка твоя. Неплохо, он сказал, неплохо. Яичница, бекон и какая-то зеленая хрень. И ты мне говоришь, что это неплохо? Ну, сейчас, да, вот сейчас будет говно. Сейчас, что ты скажешь? Вот ты мне говоришь, неплохо? Тогда держи вот эту яичницу. Я прям плюнул в нее. Ты мне говоришь, неплохо? Ладно, я тебе пивасик достану. Так уж и быть. Сколько ты сегодня денег заработал, муженек? У тебя желудок как будто у слона. Я тебе уже 3 яичницы приготовил! Неплохо, он не горит, неплохо. Это лук. Ладно, я помою посуду. И тут еще нужно посуду помыть. Говорила мне мама, не выйди замуж за засранца. Выйди за того, кто тебя будет любить. Это гнида, все, что ей нужно, это просто жрать. Чувак, я тебе уже 3 раза приготовил жрать. 3 раза! Давайте пойдем посмотрим, что у меня вот тут находится. Слушайте, неплохая у меня хата! Телевизор огромный! Полки пустые. Муженек, ты не хочешь мне что-то купить на вот эти полки? Там книжки или там какие-то статуэтки, там фанкопопы или еще что-то? Не? Не хочешь? Ладно. Ладно. Я могу просто посидеть, посмотреть телевизор. Не могу, я даже телевизор... Компьютер! Компьютер! Так, нужно что-то заказать через интернет. Может, я себе нового мужа смогу заказать? Нет, я даже ничего не могу заказать. Календарь. Не муж, а говна кусок. Ты опять жрать хочешь? 77%! Ладно, вот это... Ядречка, ладить, это что сейчас было? Ты как меня напугал-то? Он мне сказал, в следующий раз поторопись.
я тебе за 3 минуты своей жизни приготовил 4 яичницы, а ты мне говоришь, чтобы я торопился? Ты вообще знаешь, что я сильная, независимая женщина? Я сейчас просто пойду на второй этаж и посмотрю, что у меня там есть. Я угробил на него лучшие годы своей жизни. Чё? Так, нет, я пойду в душ, я пойду приму ванну. Я пойду посмотрю, какая я красивая в зеркале. Только там ничего в зеркале нет, потому что у меня розовое лицо, у меня даже лица нет в зеркале. Ты мне даже денег не можешь дать, чтобы я себе косметику купила. Все, что тебе нужно, жрать. Вот здесь насрут сейчас и не спущу воду. А, я, ну да, я просто спустил воду. Потому что девушки не какают, мы просто воду в туалете спускаем. Зато я сейчас пойду и приму ванну. О! Ванна! Ох, какая чудесная ванна. Все, я сильная независимая женщина. Я пойду и буду спать. Летаречка летит! Слушай, что за скримеры, мать вашу, от меня Так, хорошо, хорошо. Ладно, ладно, ладно. Зеркало опять не работает. Что вот за этой дверью? Ничего. У нас даже дверь не работает, и дверь не можешь даже починить. Ладно, я спущусь, не чтобы ты меня больше своими скримерами не пугал. Может, ты пойдешь, дверь починишь на втором этаже. Может, ты пойдешь, не знаю, мусор вынесешь. Может, ты мне наконец-то кушать сделаешь. Или хотя бы массаж на пятках. Ничего не делаешь, засранец, тупо жрешь. Пришел с работы и жрешь. Плохая у него яичница, слушайте. Я как бы все понимаю, я хорошая жена, но я кроме яичницы больше ничего готовить не умею. Только яичницу по маминому рецепту. Мама меня учила, чтобы не было соплей. Вот кто, я честно вам скажу, я ненавижу яичницу с соплями. Вообще ненавижу. Я люблю, чтобы все было хорошенько зажарено, но чтобы желток был жиденький. Жиденький желток, но чтобы на белке не было соплей. Ненавижу. Каждый раз, когда в рот кладу вот эту жижу сопливую, плевать хоть. Вот напиши в комментариях, что ты больше любишь, когда тебе мама или бабушка готовит. Сопливую яичницу или хорошо пропеченную? Хорошо пропеченная! Прям стрелочка на бекон показывала! Держи. Если ты мне сейчас скажешь, то, что это плохая яичница, мы с тобой разводимся. Прямо сейчас. Забирай своих детей! К чертовой матери! Что ты сейчас скажешь? Неплохо! Слушай, я тебе сейчас приготовлю тогда худшую яичницу твоей жизни. Худшую яичницу твоей жизни. Худшая! Что ты сейчас тогда скажешь, засранец? Не нравится ему, как я варганю на кухне. Конечно, не нравится. Небось, там какая-то тебе шаловьевка на твоей работе варганит. Она с жену свою забил. И что сейчас скажешь? Ты хочешь меня отравить? Слушай, если бы у нас где-то дома отрава была, я бы тебя бы уже давно отравила. Честно тебе скажу. Может, у нас где-то там в тумбочке мышьяк есть какой-то, или не знаю, да, я тебе просто плюну сюда. Держи, любименький мой муженек, пока ты будешь кушать, я тебя расцелую, чтобы у тебя любовь на 100% была. Ладно, что у нас в этой комнате есть? Опа! Постираем сейчас твои вонючие труханы! И носки твои вонючие разбросали по всей квартире! Да-да, ты! Так, рассортируем одежду. Розовый, да, без зелененький, синенький, зелененький цвет. Я не понял, как она рассортирует вот это все, просто перекладывает с места на место, но хорошо. Сейчас у меня получилось хуже, чем в прошлый раз. Я тебя еще раз зацелую. Что ты сейчас скажешь? Скажи, пожалуйста, что лучшая яичница твоей жизни, пожалуйста. Собачье говно вкуснее, чем твоя еда. У нас даже собаки нет! Как ты можешь знать, собачье говно вкуснее или нет? Господи помилуй, так я тебя целую вечерами, а ты, кажется, собачье говно пробовал и сейчас сравниваешь, что вкуснее. Держи, алкаш проклятый, говорила мне мама, закодировать тебя пора. Не слушалась я ее. Я пойду в ванную, я еще раз скажу, я сильная независимая женщина. Весь дом в моем распоряжении, почему я должна делать именно то, что кормить тебя целый день? Может, я хочу ванную с пузырьками? Я помылась. Обижают меня. Весь дом в моем распоряжении, я могу делать все, что я хочу. Могу пойти налево, могу пойти направо, могу пойти прямо. Могу включить дом 2 и смотреть дом 2. И что ты мне сделаешь, засранец? Ничего ты мне не... Я бы включила бы дом 2, если бы у нас пульт был. Если бы у нас телевизор работал, если бы ты его починил, засранец. Но ты его уже не чинишь. Все, что ты умеешь, просто на кухне стоять и жрачку просить. Не мужик, а бегемот. Ёханый бабай, так я на кухне готовлю для тебя. Че ты меня пугаешь? Не мужик, а бегемот какой-то. Ты чё меня так пугаешь, сволочь? Давай, кушай, 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 пожалуйста. Not bad, неплохо. А что будет, когда ты ещё очко? Пум. И что это было? Пум. Может, это какая-то концовка открылась или 1000 очков? То есть я хорошая жена, да? Что тут? Уйти от твоего мужа. Конечно, иди нахрен! Я хорошая жена. Я сделала все, что
смогла, чтобы спасти нашу семью. Но ты никак не хотел признавать, что ты меня любишь. Я просто его брошу. А? Говорила мне мама, то, что не нравится ей вот этот человек, а я сказал, то, что люблю ее. Почему я ее не послушалась, когда была молодая и красивая? Ладно, не надо плакать. Мне кажется, что тут не только одна концовка есть, а еще много концовок. Поэтому, где мой ужин, женщина? Подожди, сейчас я тебе приготовлю. Почему ты на завтрак, обед и ужин всегда жрешь именно... именно яичницу? Тебе само не заколебало столько яиц в день жрать? Ты же умрешь от передозировки белка и желтка в организме. Так, значит, на 1000 очков открывается новая концовка. Но мне кажется, что тут не только одна концовка. Мне кажется, что тут еще что-то должно быть. Поэтому сейчас мы посмотрим. Я пойду попереписываюсь со своими подружками. Но у нас, как обычно, с компьютер не работает. Потому что даже за интернет заплатить не можешь. Тогда я пойду помою пипипульку. Ты бы мне хотя бы хоть раз спинку бы потер! Я тебя каждый раз тру, когда ты ванную принимаешь! Можно тут в окно выпрыгнуть, пожалуйста. Дайте я закажу что-то через интернет, пожалуйста. Дайте я закажу нового мужа. Дайте я не знаю. Дайте мне хотя бы окно дома, чтобы я выпрыгнул отсюда нафиг, пожалуйста. Сколько на часах? 6 вечера. 6 часов утра. Ты меня в 6 часов утра запряг тебе яичницу делать! Хорошо, получилось хорошо. Получилось просто замечательно. Как ты столько можешь жрать? Я за целый день сама ни разу не покушала. Я для себя вообще ничего не делаю. А ты вообще на меня посмотри. Загляденье. Вот ты меня не ценишь, а вот другие мужики увидят меня. Сразу возьмут себе в жены. Какая я сексуальная. Я даже не жирная. У меня стройные ножки, стройные руки. Да, я, конечно, похожа на майнкрафтершу, потому что я вся квадратная. Но это не важно. Это не важно. Я пока ванну принимал, у него 7% любви. Твою мать! 6! Не-не-не, тут только не бросай меня, пожалуйста, не бросай меня, пожалуйста, 3%, я успею, не бросай меня, муж! 1%. Все, и что случилось? Что случилось? А, это концовка какая-то открылась? А, нифига себе, я узнал новый способ, как концовку открыть. М. Пистолет. Ха-ха-ха! Ну шо ты, говно! Иди сюда. Не делаешь мне массаж, значит, да? Не покупаешь мне кольца, украшения, духи новые, да? Убить его. Па! Там кровь прям по всей кухне разлетелась. Конец. Да, я, конечно, в тюрьме. Но лучше быть в тюрьме, нежели жить с тобой. Жизнь в тюрьме намного сладше. Жопошник. Где твой ужин? Я знаю то, что там еще есть третья концовка. И она самая увлекательная. Значит, есть три концовки. Есть одна концовка, где я могу бросить своего мужика. Есть вторая концовка, где я могу его застрелить. Чертовая матери, я, наверное, сейчас еще раз так же сделаю. А есть третья концовка, где я могу с ним сделать. Ну, как видите, третья концовка не открыта, потому что третья концовка открывается только тогда, когда я набью 1000 очков. Да, там есть третья концовка, где мы будем заниматься тем самым, со своим мужиком. Ну, как бы, я женатая женщина, что вы хотите? Но ты не думай, даже когда мы с тобой вот этим будем заниматься, я не буду тебя представлять. Я буду представлять Брэда Питта, Джонни Деппа. Или Эдисона буду представлять, ютубер такой. Я Эдисона лучше буду представлять, нежели... тебя, когда буду с тобой заниматься. Муженек, мне еще осталось 60 очков. И ты запомнишь эту ночь на всю свою оставшуюся жизнь. А жить тебе-то осталось недолго. У меня там пистолет на втором этаже. И ой, как я тебя люблю. 100% любви, 100%. У нас сейчас будет с тобой брачная ночь, но я не буду тебя представлять. Брэд Питт. Ха-ха. Бум-бум. Неплохо? Собачье говно лучше, чем твоя еда. Ничего, ничего. Зато сейчас вот эта ночка будет лучше, чем все твои предыдущие. Попросить своего мужа об одолжении. Я думал, это как-то немного по-другому будет выглядеть. То есть мне вообще тогда ничего делать не нужно. Даже не нужно представлять Брэд Питта. О, как это прекрасно! Мне даже понравилась эта игра, честно тебе скажу. О, в общем, тут есть продолжение, тут есть вторая часть, которая называется уже не лучшая жена,
а лучший муж, где мы будем играть за мужа. Мне даже интересно, что же муж будет делать, если он стоял всю свою жизнь просто на кухне и просил меня жрать? Давай наберем 30 тысяч лайков, я обещаю, как только мы это сделаем, то я сразу же выпущу продолжение. Поэтому влепи огромнейший палец вверх прямо сейчас на эту серию. Подписывайся на канал, и спасибо, ребята, вам всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Тыкайте сейчас на конечные заставки, переходите на следующий ролик.